в гостиной сидит. Уже. Игнорьте его, делайте вид, что вы его не слышите. Не получится, Миш. Да, у тебя слишком громкий микрофон опять. Я этого отдача призвал, как только он зашел сюда. А он резидент, кстати. Ну и все. Меня вот один вопрос интересует. А чё пианист сидит в канале 25, а вы все... Потому что он изначально был здесь, а потом свалил с лаги болтать. Никитос, это что, правда? Ладно. Ты начал играть в PvP? Я и играл в PvP за альянсовского хента. Я видел твои слезы, когда ты писал в гильдейском чате, блять, за альянс попал. Ну пожалуйста, Биг Баббл, не ебашь. А Баббл со мной был за альянс, ему тоже не повезло. Мы там жестко проебали. Прям, блядь. Я пару БГ сегодня с Баблом таких жестких слил, чё, пиздец. Никитос, чё по нутру? Разница какая за код попытаешься. Ты провоцируешь меня, да, сука? А потом можно сходить в РБК, я пойду на Варе. Вот, вот в РБК с тобой пойду. Я пойду на Варе, хорошо? Да мне похуй, кем ты пойдешь. Окей, я там на танки иду. Так, на танки, сука. Да, так, так с тобой неинтересно. А неважно, ты флоу-то не держишь. Хотел РБК и там обосрался. Никита за РБК не отвечает. На Мишке или на Протоваре? Все тут, кто в пати, можно бить. Хилы ж все тут, идите, бейте, чувак, чё стоит. Так, стой, я дай-ка это запись. Причу. Нормально вы меня сбрили. Так вы подвели слишком близко. Там сова звездопад дала. Блять, во всем виновата сова. Как в никуда уж. Собственно, вам жоп. Или мне. Блин, хоть бы сегодня 3 не упало, а? Ну, хоть бы сегодня что-то не упали. Какая? Вы в эфире. Звездочёт. Встань. Стрим подрубил? Чё за штаны за звездочёт? Трусы какие-то. Там трусы РДДш. Хрен с ними с этим пациентом. Три не охуенно. Блин, я не знаю. Я прожал. Когда баф паладина мне дает 3 аппорта. Как я могу жить без них? Все понавешено на себя. Все и не заебу, не скрою вампира. Все к баф. Так, народ, все на плащик помолились, чтобы он наконец упал. Тогда с вами всегда ходить буду. Это какой? А, неважно. Ё-моё. Япончик, получай.
Да вы чё, охуели что ли? Я с вами больше никуда не пойду, пока вы сейчас трэш не добьете. Буду стоять у входа. Это ГП. Да, пока тоже ГП. У меня уже второй раз сбривает. Да это моб убивает, вихрь, это моб убил. Да? Да. Кто сдох, вот ты... Это страж, посмотри в этом рекаунте. Саня сдох от священного пламя. Кавага. Во, кавага. Ты близко к танку ставишь. Четыре дачника делаешь магазин. Саня, это залет. Все, это, блин, зона, она постоянно мне перемещается. Мне это нужно. Эта зона перемещается. Ой, грязные нигеры. Чё, мне надо это, у меня есть. Пишу. Надо, жму надо, не надо, не жму надо. Блин, какой кайф, целых два протокола 1, 105. Важно не бояться за свою жопу, когда бежит трэш. Мне за свои тоже можно не бояться. Какой-нибудь Никитос меня на поле. Спел. Адмирал. Ау. Что ты можешь сказать свое оправдание, когда тебя Ника передамаживает? Смотря где и смотря когда. Миш, видел правки по аркану? Ну, теперь это спадание зависит. Примерно то же самое выйдет, там нету СПД толкуморка. Вместо 4К теперь 20% от СПД и 1000 база. Блять, СПД в Аркане, вот в этом шмоте примерно, но 4500. Край может быть 5000, но это вообще прям, блять, с брелями и катой. Не, а у него 5000 точно не будет. Я видал вчера мак. Там 4,5 от силы собирают. Ты ебанись, это как нахуй 3,5? У меня, блядь, 3 сотых, 3 800. Спекнись в аркан, увидишь. Ты же ебанистический, блядь, у меня на присте нахуй почти около 5 только. Ты понимаешь, что там крит вообще не надо собирать? Ты весь крит пускаешь в начале в добор хосты, а потом все в СПД. Ну то, по-моему, там в бисе уже, по-моему, все сокеты в СПД можно херать. Так, рейд, короче, я не полностью еще сформировал. Будут там кое-какие замены. Плавочки. Че, Лех, я на присте, да, иду? Ну да, а че? Магом с нами пойдем. Может быть, плечи еще. Тут маги есть вроде как. Сесаями проклянет нафиг. На, стой, там это кому-то нужно же плечи. Не спрашивай. Сесаями и Мозер. У Мозера лаз кусок, и у Сесаями лаз. Реально? А тут плечи. У Мозера еще нету? На кого? На Манхант Лок. Мозер, у них большой приор? У Мозера, да. Он почти в самых верхах. Тогда другой вопрос. Кому-нибудь вообще вот эта три не нужна? Брейд скину.
Просто я так смотрю, что она может быть локом. Злому жрецу полезно и дедлайт, но дедлайт не мешает. У него приор не очень. У них это тоже хватает, шипаш на три. Я бы его забрал. Так, вопрос, вот это кому-то надо? Нахуя? Спрашиваю. Ну, если что, талисман убийцы и звезды. Адмирал, только так. Смотри, у нас есть Белодон, который есть вестники, то у него ласт кусок, это чест. У меня тоже чест. Почти всем чисты в основном нужны. По-моему, плечи никому. Да всем в грудаке. У меня даже плеча нет. Срочно. Блять, вообще второй, третий. Мозер здесь? Хоть даже провокатора передамажил. Мозер здесь? Сейчас будет это сложно сделать. Мозер в дискорде или? Мозер в дискорде, но с выключенным микрофоном. Сейчас, секунду, я у нас сейчас... Так что, плечи по итогу никому не надо, правильно? Ну, я бы взял, но у меня третий будет приз, опять. Не приз. Маг, лог, хант. Сезон когда оканчивается? Воскресенье, да? Да. Межсезонье сколько длится? Неделю или две? По-моему, до 8 декабря. 7 дней. А что это значит? Готовиться к новому сезону надо. А что за сезон? До нового сезона там и новый контент далеко. Белодон первый босс нужен? Сейчас Настя может подойдет. Лёх, у нас вечером сегодня око или когда? С ЛКХМ сегодня. У меня порой складывается впечатление, никто календарь не открывает и не смотрит. Слушай, в календаре порой РТ стоит, а ты заходишь в игру, и он пустой. И это может весь день так длиться. Так, короче, что делаем? Надо к тому первый босс на. Мне нужен? Мне нужен первый, остальные не без разницы. До ласта. Краска, куришка. Скайлок заходит. Больше РДД легче. Так, дальше. Нужен Дживс. Ставлю рыбу. Поставил. Так, дальше. Дальше по танк. Я сверху. Палат вместе со мной сверху. Ты вместе с Войдом езу. И трэш забираете.
принципе, все. Огронь не рвем. Надеюсь, я все помню. По хилам. Короче, Нортия со мной бегает. Денчик, бегаешь вместе с Халатом. Наперед только это. Забегайте, чтобы вас мелкие не агрились, не убивали. Чтобы было время перетаунить, и на вас мелкий пойдет. Да и в принципе. Основное правило. В теории стоять вместе и отбегать в сторону. Паладин и бафы раздайте. Стримчик есть? Стрим? Адмирал? Да. Можно каску. Лапу друиды, бафы все раздайте. А скажите, после Феникса робот, да? После Феникса, да, робот. Так, каску по роге дайте. Дай проверку. Так, на пул, на меня первый. Никитос, рога, пулевать. Так, дальше. Принц. По готовности пульну. Аккуратно только. Не дохни. Будете дохнуть. Так, я тут первый раз там в какой момент кидать? Когда прилетел к тебе. И больше таунтов нет. Потому что здесь мисс таунт или ивейт таунта. То есть если таунт отдаешь еще один там под конец, то блять, я уже не за таунчик, давай блин. Смотри, дальше на ласт фазе будешь подбегать к боссу, ну, на второй фазе. И короче, смотри, чтобы тебе пару стаков было от Т5. И когда босс появляется, ты просто там по мобам вылазит, отдаешь 2-5, ну типа 2-5 свое, и они 100%. Я понял. Мозер здесь? Да вроде здесь, за ханта зашел, вижу. Короче, смотри, ты с бабом договорился по поводу воскресенья? Зайдет он, нет? Если он будет, то тогда ты поможешь зайти эти. Ну, вон он в чате пишет. Гильдия. Так, Икова, ты сейчас он полетит сюда ко мне, а ты там остаешься. Да, я помню, это я видел. Мне просто было интересно момент передачи босса с платформы на прошлое. Ну спрыгни, отойди к краю куда-нибудь. Все, можешь назад. Картинчики работают. Не подводи ее сюда, а то сейчас будет прыгать. Еще добьют, блядь, и убьешь. Спрыгнули все.
обратно. Ты успеваешь. Нахуй они так спит босс. Таунт. А где танк? Где танк? Да ладно. Это ж не сказал. В смысле, блядь? Нормально вообще? Положил пол рейда. Не бейте уголёк. Бейте босс. Всё, вайп. Ложите. Можно я наверху побегаю? 200. Нет, ты мне сказал стоять на той платформе, где он улетел. Я и стоял. Если он туда полетел, ну ты же видишь, что он на первую платформу полетел. Значит, он по кругу дальше. Но этого я не знаю. Можно вот наверху побегать? А то скучно внизу. Не, ты внизу оставайся. Рыбу ставлю. Бафы на позиционку. Каску кулак повару. Кулак. Дайте кулак по ДК. По друидам тоже. Каску паладинную почти. Адмирал здесь? Да. Что, по готовности? Круто, верните как-то. Лёх, да верни побольше, чтобы не парировало. Не могу, пока набираю огромный. Немножко оно и будет вайпить. Или если оторвётся, то... Дафник, рота. В принципе, вот тоже бегай наверху первое время. Типа, можешь бегать, мелких забирать наверху. Драгонса на один. Если вдруг что, подстрахуешь. Ну что, Глеб, будем бить сегодня, нет? Нахуй все босса тумарить. Так, я. Алло, РДД. Сейчас следующая платформа, он лёг живой. Мелко успевается.
Почему так быстро? Сразу вверх полети. Не спрыгнул. Сейчас вторая платформа. Все, на мелких уже не бейте. Собирай. Каска 6 минут. На второй фазе одна. Блять, ну зачем? Ну и УПшка так. Одна согрела. Ты три будешь держать? Поддержит он. Почему это не работает? Что забрать? Ну кого забрать? Пусть его хилят. Иди следующих собираем. Нет. Там сейчас Леху, блядь. Где прохил? Там, блядь. Отдал массак. Че? Ложить. Нарцы, в чем проблема? Арсей, в чем проблема?
Белодон здесь? Кто? Да. Да, тут грейд. Уже подзаебло, честно. Зеленые люди отправляются. Следующий, кто заволоёбит, будет 1000. Дайте каску по ДК. Кто каски бафает? На доме он проблемится. Даю проверку. Блин, не смотрим. А где пристабах? Вам пристабах. Старик, Калат, Голодон. Меня не засумонили. Сумон Голодон. Голодон прилетит, опять бафы попросит. Лок, шкаф. Поэтому мы и не даем сразу же. Здесь? Да-да-да. Баф. Можно лап. Все, все готовы. Дайте каску по друидам. Блять, ты по какому еще друиду? Ты в таком жопе мира стоишь, что ты тебе не достала каску. Вера.
Лара, ищитесь. В уголек. Урон не получается лишним мелким. Так и убить. Это он сейчас на следующую по часовой пойдет? Не бейте больше угольки. Теперь не бей, а то бей. Босс. Давайте закуточку скоро. Милики на 10 лямах пойдете мелко. Только не убивайте. Идите уже, можете остаться. Не будет действовать. Блять. А этот БР быстрее по мне же. Римперсик поднимешься, Нарцию поднимешь. Где, ну он что, вверх? Ни один человек.
Бафы дайте. Пока тут подбеги. Да, вот. Первый подход. Какой босс? Два ляма. 2500. 3%. 2%. Он прилетит сейчас. Бля. Хуёво. Ты упал? Добейте. Так, сейчас ты отлетишь, короче, стой там. Войда, хильте. Войда, блядь. Все, на центре я славлю его. От центра все отошли. Все, подводи к Мелике по боссу. Стойте, стопните, стопните, Мелике. Депо трэш. Ауди, что там делал вообще? Отбегал. Инвест. Инвест. Что с трэшем, блядь? Чё трэш? Чё? Мы его добили, когда я подворачивал. Вер взлетел, собрались мне. Встаньте там, блядь, в этом угле. Там. Убирай мелкие. Только слушай, убегайте. Адмирал, обсабли побольше. Был уже сразу не убивали. Абсолютно все в щитах. Смотрите, там лужу отбирают. Вверх взлетел. Добивайте, пиздец-то, да-да. Уберите каску по мне закинь. Где бафы? Да, в этих. 300 бафов. Или это легче будет? Чё там шаман по мане сел? Ем на... Лужу. Бежаться? Всё, вперёд пробежали. Вперёд, вперёд. Что лужа стала больнее бить, по-моему. Фон повысил. Вер взлетел. Вер придома смешно здесь, куда его хуярит. Смерть и хуярит. Все, дашь по ауди. Столкнись. Остановитесь. Да кто убьёт? Скорее, всё сложим. Рассказываю. Хуй кто стопнул, я отлетел прям под босса, и они моба добили, и он еще один дамаг меня въебал. Стой, чтоб под босса. Только ты выбираешь, куда отлетать. Ну, я отлетаю вперед, как надо это делать. Ты
А некоторые люди добивают мобов. Значит, мобы. У мобов тоже рейндж вообще-то есть. Почему вижу только два инера в КД за весь бой из пяти? Зачем тебе инер? Тебе есть? А у меня нету больше нихуя. Тебе есть? Ты не аркан, маг, что ли? Хил. Да другие тоже, вон, друид бегает. Вертик, что ты там делал? Протупил, он из ложи туда выбежал. Послушался про инер. Дэш убьем. Журная, надай БР. Все 4 инера подаем. Че вы делаете в луже? Зачем? Зачем Ганвеста зашел? Надо. Кучу собери. Бьем босса, бьем трэш. Лужа, лужа, лужа. Еще один гем на дайте. Удал. Учу. Что с агро? Выберите два моба, добейте, когда приземлится и упадет босс. А может где ранг? Зачем? А то Вера для всё по боссу. Два ляма у босса, все по боссу. Кольцо упало. Триня. Никитос, ГЦ с плащом. Блин, колечко-то есть, нужны были зап. Да. Ну, как говорится, Т5, так Т5. Дождался, туз. А маски брать не будет? А маски, да, нету. В пати. Чё, ты всё уже? В
чем полностью. Осталось три шмотки с СВК забрать и все. Ну и РСХМ, конечно. Какие три? Три — это ноги, пояс, которые по-любому мои. Ну и клятву после котов. А